Книга «Открытым оком», девятый том, тема «Потеряевка». Вопрос 2223. Нужно ли Игорю Барабаш, старости деревни Потеряевка, чтецу храма, заниматься фермерством? Если да, то для чего? Оно занимает много времени, отрывает от чтения духовных книг, молитвы, воспитания детей, проповеди. Вопрос жены его. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Судя по вопросу, что заложено в нем, он должен немедленно, сегодня же бросить свои гектары, комбайн, трактора и прочие заботы полевые. Это приносит ему ущерб, и расходы на покупку деталей для техники он покрывает за счет животноводства. Но что будет тогда с деревней, с зерном, с отходами для скотины и птицы? Если на это не смотреть, тогда пусть бросает, закрывает в кавычках лавочку, ибо вы пишете о большей потере, чем о прибыли. Матфея 16:26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Сирахов 12:10. Сын мой, не берись за множество дел, при множестве дел не останешься без вины. Если будешь гнаться за ними, не достигнешь и, убегая, не уйдешь. Сирахов 39:25. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет волов и занят работами их, и которого разговор только о молодых волах? Бесчетное число счастливое над нами, опять в семерке изгибаются, от счастья случается по-всякому меж с нами. Мы, улыбаясь, чиним наши снасти. Откуда мне, что Матерь Иисуса сама пожаловала под дощатый кров? Не надо прятаться за придорожный кустик. Съедают тучные голодных семь коров. В пророчествах мой пояс не обуза. Покоится на животворных чреслах. Утоплены в забвение проржавленные узы, о них поведать вовремя уместно. Блажен тот раб и преблажен в потомках, по вере получил прощение от грехов. Воспоминай пространно, а не скомков, как был ослом, а нынче ты верхом. В обыденном, житейском и в духовном сумею рассмотреть Христа благую длань. Меняется пейзаж, дорога стала ровной. Не посекну ни разу за небосводы грань. Благодарение гимн слагаю неумело. В потоке благодати плыву, простерши руки. О, только бы уста с хвалой не онемели. Молитвы ладан чисто воскурялся сутки. И чтобы ни начал успех не обеспечен, стократным урожаем устал я удивляться. Семь. Полнота любви. Со лба, в живот, на плечи, спешу персты доложить, на крест взирая с лаской. Не сквернить бы губ, срываясь в хульный ропот, не похулить свой крест, судьбу не клясть отнюдь, спаси и сохрани, не будь отвержен, проклят, раскаяние без пользы тогда ударит в грудь. Благодеяние Божие запомнить все непросто, забвение, словно ил на память наплывает, в дырявом рюкзаке, как удержаться просу. Талант мирской для Бога, невеста от Лавана. 27 июня 2004 года. Игнатий Лапкин.